Как сварить белый рис? Вам понадобится 1 стакан длиннозернистого белого риса, 2 стакана воды, 1/2 чайной ложки соли, 1 чайная ложка растительного или сливочного масла, а также кастрюля, деревянная ложка, вилка, часы или таймер. Этот рецепт так же прост, как и продукт, который готовится с его помощью. Шаг 1. Налейте воду в кастрюлю, поставьте ее на плиту, включите конфорку на максимум и дождитесь, пока вода закипит. Шаг 2. Когда вода закипит, снимите крышку и добавьте рис, а также соль и растительное или сливочное масло, если вы собираетесь его использовать. Хорошо перемешайте. Уменьшите огонь до минимума, накройте кастрюлю крышкой и варите 20 минут. Подсказка. Установите таймер на 20 минут и загляните под крышку только когда он сработает, не ранее. Шаг 3. Вы узнаете, что вода испарилась, когда рис увеличится в объеме и займет в кастрюле больше места, а на его поверхности появятся небольшие ямки. Эти ямки иногда называют рыбьи глазки. Шаг 4. Снимите рис с огня и дайте ему настояться под крышкой 5 минут. Затем вспушите его вилкой и подавайте на стол. Факт. Археологи обнаружили в Китае древние запечатанные сосуды с рисом, которым около 8 тысяч лет.